Всем большой привет! Сегодня будем готовить нежную творожную пасху без выпечки со вкусом сливочного мороженого. Нам не понадобится ни марля, ни миксер. Очень простой и быстрый рецепт. Удобен еще и тем, что пасху можно приготовить заранее. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 360 граммов сухого жирного творога протираем через сито. И отставляем пока в сторону. Теперь займемся заварной основой. Разбиваем в небольшую кастрюлю одно яйцо, добавляем 200 граммов сливок. Подойдут от 10% и выше. Чем жирнее, тем вкуснее. 20 граммов обычного сахара. 10 граммов ванильного сахара. Хорошо перемешиваем и ставим на небольшой огонь. Доводим массу до кипения при постоянном помешивании. Провариваем на медленном огне буквально 10 секунд. Снимаем с плиты и даем основе полностью остыть. Чтобы она не заветривалась, периодически мешаем. Дальше берем 120 граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла, добавляем к нему 60 граммов сахара и хорошо растираем до получения однородной массы, минуты 3-4. Затем добавляем протертый творог, размешиваем. Вливаем остывшую заварную основу и тщательно вымешиваем до однородности. Должна получиться мягкая пластичная густая масса. Теперь высыпаем в нее 50 граммов изюма, столько же цукатов и снова все перемешиваем. Сухофрукты можно брать любые. Их надо заранее промыть теплой водой и высушить. Дальше берем пасочницу. Чтобы избежать деформации, я замотала ее со всех сторон, кроме основания, пищевой пленкой. Плотно заполняем ее творожной массой. Хорошо разравниваем. Накрываем сверху пленкой и убираем в морозильную камеру не меньше, чем на 5 часов. В данном случае прошли сутки. Переворачиваем пасху на тарелку. Снимаем пленку. Разбираем формочку. И отправляем пасху в холодильник на 3 часа. Спустя указанное время достаем нашу пасху. Как видим, нигде никакой жидкости нету. Можно на этот счет не переживать. И украшаем на свое усмотрение замороженными ягодами, цукатами, а также специальными сахарными изделиями. Вот и все. Нежная творожная пасха готова. По вкусу она напоминает сливочное мороженое. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.